Call of Duty 2. Call of Duty Black Ops 2, точнее. Продолжаю играть. Вот уже продолжить прохождение. Тут у меня есть... Я первую миссию... Или две миссии первых прошел. Я, кстати, вспомнил, да, куда я прошел. Это Хадсон. Вы встретились с Джао. Как раз отправляемся в лагерь маджахедов. Я на одном из стримов говорил, что играл уже в Call of Duty, вот этот Black Ops, еще когда он выходил в то время. Ну, плюс-минус там, может. Там год, пару месяцев, ну, максимум год. Ну, короче, плюс-минус в то время. И я вот дошел, вот я начал играть, когда... Вот сейчас. Типа у меня марафон Call of Duty. И это последняя Call of Duty, которая будет. То есть дальше уже все. Ghost, Call of Duty Ghost на этом компьютере. Компьютере, который у меня есть. Сейчас в распоряжении не работает. Не будет работать. Потому что DirectX 11 нужен. Но это не важно. Короче, я вспомнил, что я в тот раз, в прошлый, там сколько лет назад, 10, 5, 8, короче, неважно, дошел вот до этой миссии, то есть на лошадях, где нужно скакать, я вот это вспомнил точно. Я вообще думал, я в прошлый раз дошел до миссии, где нужно по какому-то полю идти в Африке или типа того, и этих негров убивать. Ну, типа там одни негры убивают других негров. И я должен, типа, помочь одним неграм убивать других негров. Взамен они скажут, где Вудс находится. Вот, я думал, что я там прошел. Но на самом деле нет, я вот до лошадей дошел. Потом, потому что я еще вспомнил там, хотя, или... Нет, вот точно, до лошадей я доходил. А вот дальше уже все. Прикольное окружение, конечно. Вот сколько уже я Call of Duty вот прошел. Ну, на самом деле, не так уж и много, да. Но все равно. Вот окружение. Именно вот, ну, как виды какие-то вот у них всегда, особенно начиная с Modern Warfare 1. Так вот, если вдаль куда-то смотреть, прям вообще классно все выглядит.
и правда планируют атаку, помощь вам явно не помешает. Мы наняли пару специалистов в качестве советников. А вот и они. Рахман, это Вудс и Мейсон. Мои лучшие люди. Нам нужно оружие, а не солдаты. Так сойдет. Давайте-ка уточним. Мы отражаем атаку русских, вы сообщаете нам все, что знаете о Менендесе. Наша база здесь. При любой атаке враг сможет попасть в долину только через узкие ущелья. Это я знаю. Наши люди защищают эти горы. Говенный план. Речь, между прочим, идет о русской армии. Они возьмут вас грубой силой. У них будет численное преимущество. И бронетехника. К этому ваши люди готовы? У них нет опыта обращения с нашим оружием. А у нас есть наше место на линии фронта. Русские приступили к штурму. Яла, яла, Вороверон! Ты веришь в план, американец? Это не просто вера, Чао. Приступим. Блин, лицо вот у этого персонажа какого-то актера мне напоминает. Тоже корейского происхождения или китайского. Ну вот я 100% где-то вот видел это лицо в каком-то фильме. И даже если я повспоминаю, то я вспомню, что это за фильм был. А, стоп, это был фильм, это сериал. Остаться в живых, там был какой-то кореец или типа того. Вот если я еще раз посмотрю вот на этого Челикса, то я вспомню, то он это или нет точно. Наверное, все-таки зря я взял дробовик этот. Это, конечно, пафосно стрелять с двустволки, но не очень эффективно, блин. Все, лошадка, беги, прячься, я не знаю, куда-нибудь. Не люблю, когда животных убивают в играх, типа. Так, дай-ка мне на тебя посмотреть. Похож, да, похож, но не совсем он. Ой, граната. На Тоби Магуайра похож лицом чем-то, такого разъевшегося. Ой, граната. Тихо, тихо. Приходится, конечно. Вот сразу задаешься вопросом, почему нету Call of Duty, ну типа Call of Duty, да, вот от наших разработчиков. Чего? Не знаю, мне как-то не очень приятно убивать русских, типа. Хотя, недавно я играл в Call of Duty Modern Warfare 2, где-то миссия No Russians. И там, конечно, я разыгрался.
остановить их на пути техники. Так а нафига мины? Вот же стингер, блин, есть. Ой. Заряд установлен. Все, уходим, уходим. По-любому пригодится. Да-да-да-да-да-да. Мейсон, надо избавиться от танков. С лошади прям. Да блин, что ты делаешь? Прям встал. Я попал по нему, что за бред? Так, вертолеты летят. Где они? Я не вижу. А, все, вон завис. Вертолеты нейтрализованы. С севера к долине идут русские танки. Так точно, Хадсон. Поехали, на! Ой. Я лучше так без прицела их. Боеприпасов по левой стороне. Здесь верхом невозможно проехать.
Отряживаемся. Пойдем пешком. Блин, надо менять оружие. Чё-то, конечно, этот дробовик, ружье, прям супер. Юзлес. Два выстрела и перезарядка. Два выстрела и перезарядка. Еще попасть не могу, блин. Боеприпасов наш. Ты храбрый воин, американец. Мейсон, возвращайся на базу. У нас проблема. Какая проблема? Тебе лучше самому все увидеть. Ты не хочешь развернуться и немножко пострелять? Куда он исчез? Вот были новости же какие-то там всякие разные, мол, типа там делают игры какие-то там по сказкам, там по богатырям, что-то такое. Вот какие надо делать игры. Atomic Heart, это в принципе тоже как хороший, хоть я не играл, но видел там, и в принципе, что люди говорят. Но это все равно это больше какая-то фантастика и типа того, а вот надо, реально, военная. Тем более на вот этой волне, на всей. Ого, какой танк. Русские хотят в последний раз показать грубую силу. Покажем же им отвагу. Вы со мной? Эй, я не хочу участвовать в этом дерьме, блин. Управление отобрали. Сколько ему лет этому Кравченко, блин? Он в Великую Отечественную воевал, во Вторую мировую. Какого хера? Твою мать, это Кравченко! Кусок говна.
Конечно, он замешан. Кравченко должен его убить. Раз. Я кое-что подмечал в его взгляде. Он вдруг начинал шарить вокруг глазами, а потом... ни с того ни с сего говорил по-русски. Вот ведь и знов. Хитрожопый Виктор. Вудс, может, допрос лучше мне провести? Может, ты пойдешь нахер? У меня с этой мразью неоконченный разговор. Я бросил тебя подыхать во Вьетнаме, сержант Вудс. Ты должен быть мертв. А я-то и не в курсе. Мой друг Рахман сказал, ты ведешь дела с неким сальваторцем по имени Рауль Менендес. И что ты для него делаешь? Иди в жопу. Ты веришь в возмездие? А? Это территория маджахедов, детка. Тебя закопают по шею, завернут тебе веки и бросят жариться в пустыне. Я могу убить тебя быстро. Рассказывай о Менендесе. Я продаю ему оружие. Как-то не по-советски ты поступаешь, брат. Советский Союз подыхает. Теперь все решают деньги. Куда идет это оружие? Куба, Ангола, страны третьего мира. Зачем? Менендес хочет увидеть мир в огне. Но этому не бывать. Он гораздо могучее... Чуть не выстрелил. У него даже в ЦРУ есть свои люди. Херня! Он на мозги трахает! Да что ты, молоко? Чё нахуй? Какого хера? Менендес сказал, ты должен страдать. Ах ты, двуличная мразь! Мы воевали с русскими на вашей стороне! Нет. Это вы были и всегда будете нашим истинным врагом. Фу. А Хадсона что, тоже скрутили? Что-то не увидел. Он же там рядом стоит. Без воды и укрытия ты продержишься бед. Если повезет. Вот, кстати, вот этот момент, когда нужно было на F нажимать, чтобы не выстрелить, это типа тоже как элемент. Ну вот, мы в пустыне, заживо похоронены. И как ты думаешь, кого увидел там твой отец? Хитрый Виктор. Шулер. А, ты совсем как твой старик. Нет, это был не он. Резнов. Брось, если бы это был он, тебе не кажется, что он бы на чуток задержался? Хоть бы объяснил, что творит. Выбор, ну, типа, элемент выбора, чтобы перепройти еще раз игру, посмотреть, что будет, если выстрелить. Тут вообще я почитал немножко про эту игру. Вообще я хотел почитать про Вудса, что за персонаж, там вот это все. И когда дочитал уже там до какого-то определенного момента, там было написано, что в игре есть типа три концовки. Это прикольно. С одной стороны. База Спектр. Индия. 2025 год. Основные цели — защитить комплекс от атак КСС. Ударные группы 3. Мы, я так понял, будем сейчас за каких-то роботов играть, потому что... предыдущие разы, в предыдущих миссиях, тут был как бы портрет персонажа, за которого мы играем, а сейчас ничего нет.
Спасибо, командир Мейсон. Взгляните на этого красавца. Тянь Шао по кличке Председатель, лидер китайских военных и командующий войсками коалиции сил самообороны. Этот засранец действует жестко, даже с китайским правительством. Они контролируют его не больше, чем мы. Эта кошка гуляет сама по себе. Председатель Чжао выкручивает России яйца по полной. Командор. Если Россия сломается и примкнет к силам самообороны, это будет крупнейшая армия на планете. Именно этого и добивается Менендес. Натравливает сверхдержавы друг на друга. Сейчас и Иран, и Индия под угрозой. Силы самообороны делают ход, и Аксо надо вмешаться. Первый удар застал нас врасплох и повредил нашу основную систему обороны. Мы сдержали натиск, но наш полк практически истреблен. Долго мы не продержимся. Это силы самообороны, командир? На нас напали дроны из земли и из воздуха. БПР «Спектр» играет ключевую роль в защите северной границы Индии. Для быстрого реагирования придется отправлять десант. Главная задача противника — уничтожить сеть обороны, нейтрализовав генераторы и спутниковые установки. Если ему это удастся, мы не сможем помешать врагу проникнуть в центр управления. Если это произойдет, БПР «Спектр» падет, и путь в Индию будет открыт. Сигнал хороший. Всем ждать приказа. Ладно, только проведу пару системных проверок и тестов. Давайте убедимся, что все работает, прежде чем приступать к делу. Проверка работоспособности управления Клау. Ждите. Ну, это, короче, специально для мультиплеера, типа. Стратегия какая-то уже началась. А куда надо-то? Я что-то не понял. А, все понятно. Там написано было, что можно пропустить миссию. Ну.
Выносим тестовый дрон в зону операции. А это миссия вообще или что это такое? Только вот не совсем понятно, зачем это нужно. Я вообще не понимаю, что происходит. Ну, я понимаю, конечно, но не знаю, что-то какие-то странные миссии начались. Зачем мне вот это все нужно делать? Просто для того, чтобы понять, как играть в мультиплеере потом. Ну. Почему закрыто все? Где вообще враги? А, вот они.
А сколько он будет жить? Я в него 3 гранаты всадил. А, это свои. Турель? Я ж... Какая турель? Я хочу этого залезть. А, вот. В собачку. В железную. Надо Б защищать точку. Она больше всего пострадала. Еще 4 минуты продержаться и все, в принципе. Захреначили собачку.
У нас раненый! Запрашиваем немедленную эвакуацию! Градир не под обстрелом! Защитите ее! Мы вот-вот лишимся трансформатора! Мы можем лишиться градирни! Враг атакует трансформатор! Градирня под угрозой! Защитите ее! Враг атакует пути корабля! Плау противника нейтрализован! Градирня под угрозой! Защитите ее! Градирня под обстрелом. Отразите атаку противника. Да блин, и туда надо, и туда надо. Стреляйте по квадам. Внимание, градирня под обстрелом. Спутниковая антенна под огнем врага. Уничтожьте АСД противника. Вражеские солдаты. Готов. АСД противника уничтожен. Противник атакует градирню. Противник пытается уничтожить спутниковую антенну. У нас раненые! Запрашиваем немедленную эвакуацию! Трансформатор базы под обстрелом! Внимание! Градирня под обстрелом! Приближается вражеская пехота. Нейтрализовать противника! Противник атакует трансформатор! Градирня под обстрелом. Отразите атаку противника. Огонь по вражеской пехоте. Переходим к указанному пункту. Трансформатор базы под обстрелом. Враг атакует спутниковую антенну. Внимание, градирня под обстрелом. Приближается вражеская пехота. Нейтрализовать противника. Враг повредил трансформатор. Сбейте эти квады. Спутниковая антенна под огнем врага. Еще минутку защититься и все. Пройти эту миссию. Ой, нет. Трансформатор базы выведен из строя. Защитные двери отключены. Противник получил доступ к центральному серверу. Вражеский квад уничтожен. Пехота под прямым управлением. Есть попадание. Пока сам не сделаешь. Кто стреляет со спины? Что происходит? Устранить оставшиеся силы противника. Давай попробуем. Где он тут спрятался? Я не совсем понял, зачем эта миссия нужна, какую она несет эту смысловую нагрузку для сюжета и вообще, типа. Просто чтобы показать, как управлять отрядом в этом в мультиплеере, блин. Не знаю. Я знал, что могу на вас положиться, команда. Используйте стрелки для выбора миссий компании и ударной группы, то есть...
Так, значит, да? Или типа можно выбирать играть вот этот режим, получается, либо сюжетку проходить. Ну, кстати, блин, это, с одной стороны, это интересно все-таки. Вот как бы я не говнился, да, вот по поводу этого режима, зачем, почему. Но, в принципе, это интересно. Ну, с одной стороны, типа разнообразить прохождение. А с другой стороны, вот если я просто здесь для сюжета ради, то, в принципе, они не сильно нужны, вот эти, ну, дополнительные вот эти миссии за группу. То есть, если бы я купил эту игру, ну, а я, естественно, ее купил, вот, то, ну, типа, да, то, чтобы подольше, так сказать, растянуть время для игры, ну, типа, а то пробежал сюжетку там за 3-4 часа и все, а $60, ну или сколько там, 2000 рублей 3 отдал за Call of Duty. И, ну, как бы зато мультиплеер есть. В этом фишка тоже. Короче. Хоть мне не очень сильно понравилось, но можно понять, зачем это сделано. Случившееся в Никарагуа было не запланировано. Мы гражданских не трогаем. Я вот тоже, кстати, думаю, вот. Все совпадает. Это Рауль Менендес. Я же сказал, он будет здесь. Ваши люди готовы выдвигаться? По первому слову. Давайте. Не будем херней маяться, парни. Поджарим этого мудака. У нас не такой приказ, Вулс. Его надо брать живым. Мумия. Я же просил меня не беспокоить! Какого черта? Тронешь мою сестру, и ты покойник! Жозефина! А, ну она же обгорела это. Сраная тварь!
Шепина. Sei lopito, in silenzio. Sì, non sono quanto per definirlo. Нас никто не видит. Я спас тебе жизнь. Предатель. Ты чуть не попал в лапы американцев. Мы зовем это должение. О, нам теперь дают играть за Менендеса, за этого Рауля. Интересно. Да, расчлененка. Это уже фишка вот этого Трейарча игр. Call of Duty от Трейарч, у них все время то руки, то ноги отлетали, то головы. Я хотел сказать, вот я думал, вот смотрю вот на эти заставки, да, загрузочные, как они вот переплетают какие-то реальные кадры с этим, ну, с игровыми роликами. И типа подумал, а почему до сих пор нет игры, ой, игры, фильма по Call of Duty? Какого-нибудь такого военного, типа, блин, не знаю, блокбастера. Это же прям реально такая почва. Плодородная, так сказать. Столько можно всяких разных снять фильмов. Особенно вот по Black Ops, если сюжет брать, там уже вообще прям. И то, что людям нравится, ну, американским этим. Плохие русские, хорошие американцы и все вот такое. Кинофраншиза. Вот есть игровая франшиза, есть кинофраншиза. Прям вообще. Блин, сейчас меня хлопнут. Ой-ой-ой. Вот второй Black Ops намного прикольнее, вот я сейчас играю. Именно вот, даже вот этот момент, вот такие, когда ты вот сейчас вот за врага играешь, грубо говоря. И с технической точки зрения она лучше, как мне кажется. Первая бы часть у меня уже давно бы вылетела нахрен, раз 10. А тут вот все вообще нормас. Единственное, возможно, это какая-то версия, ну, плохая. Была у меня Call of Duty первого. Что она вылетала. Жесть какая-то. Ой, я аж испугался, что это за лицо, блин. Ну, Хадсон.
Кажется, Жозефина погибла при взрыве, кто гранату бросил. Я не знал, что она там была, Дэвид. Я увидел Менендеса, и у меня башню сорвало. Фрэнк, у тебя никогда не срывает башню. Что Менендес с тобой делал в Панголе? Менендес. Он хотел знать, что ЦРУ про него известно. Пытал моих ребят у меня на глазах. Думал, я сломаюсь. Я наблюдал, как гибнут мои парни один за одним. А потом он швырнул нас в эту консервную банку и запер на несколько недель. Так что да, как только я увидел Менендеса, у меня сорвало башню! А ты бы как поступил? Кто эта девушка? Неважно, она не наша цель. Шлюха, наверное. Люди на рейде приближаются. Пошли. Круто, давно пора нам. Ладно, продолжим в следующий раз. Надеюсь, миссия начнется не с самого начала, а вот с этого момента. Как говорится, хорошенького понемножку. В принципе, вот эта Call of Duty, она неплохая. Да и первая тоже Call of Black Ops неплохая, если бы вот не технические, там вот эти всякие моменты, которые у меня были лично, что я игру просто, типа, пробегал, даже не стреляя во врагов, по сути, уже там ближе к концу. Просто думал побыстрее пройти, чтобы, типа, она не вылетела опять в очередной раз. И сюжет, кстати, в первой Black Ops тоже прикольный. Я еще посмотрел ролики там по поводу разбора сюжетов там. Прикольно всякое такое накручено. Ладно.